бою! Рассредоточиться! Джем, Анна, налево! Разгружаемся! Быстрее! Лес, туда! Граната! Укрытие! Атакуют вдоль дороги плотно! Надо зайти с фланга, пока они не развернулись шире и не перестреляли нас! Вперед! Чёртова буря! Знали, когда подойти незамеченными! Машина на прорыв идет! Гранатами работайте! Останешься там наблюдать за подходами. Есть.
ко мне! Привет, мой друг. Вы круто справились. Кто бы подумал, такая радость из-за воды. Я уже люблю этот вкус ржавчины поутру. Этот вкус победы. Вот дурачье. Мы их просто раскрошили всех. Да, не дурно. Только армия их сейчас в набеге, а это так. Маленький привет от барона за воду. Сколько же их всего тогда? 700, думаю. Ого! Да, ну, знаешь, повезло нам по-крупному, и пора отсюда убираться. На Саксауле километров на 5 уберемся, не дальше. У нефтяной собака топлива много. Целая цистерна на рельсе стоит. Если тихо ворота открыть, увезти можем. Охрана сейчас много небел, думаю. Сможешь провести наших? Смогу. Тогда за дело. Ермак, Крест, готовьте Аврору. Заканчивайте заправку котла водой и сливайте топливо из машин. Артём, Дамир, на вас самое сложное — угнать цистерну. Есть! Удачи вам, ребята! Аня, идиот, ТТшник, ребята, сворачиваем лагерь!
Не забудь проверить снаряжение и подготовиться перед тем, как отправляться. Может, все же попробовать договориться? Да пробовал. Не вышло. Он плату женщинами принимает. Артём, мы вот уезжать собираемся, а у меня душа не на месте. Помнишь, я тебе про корабль говорила? Ну, полуразобранный. Все, думаю про бедняк, которых там держат. Может, ну что, Артём, мы с Гюль скоро выдвигаемся, так что ты пока отдохни немного. Артём, проверь снаряжение и подтягивайся. Встретимся возле их базы. Скорее бы отсюда. Слышь, Иваныч, а шланги-то не лопнут? Это ж их тянуть через весь вагон, о как! Должны выдержать. Помпы у нас так себе, сильного давления не дадут. Разве только запах будет, но это ничего. Как отъедем подальше, перекинем на крышу, а потом и нормальный трубопровод соберем. А ты-то молоток запасливый. Он нас же трубы везет. Это ж надо из самой Москвы такой груз. Запас карман не тянет. Видишь, пригодились. Ну и газы богатые. ТТшник, доложишь, как закончите. Я в рубку. Есть. Дядя Артём. А я уже столько воды выпила. Артём, берегите себя на задании. Мы вам многим обязаны. Да что с Артёмом-то случится? Это ж терминатор натуральный. На каждом шагу звенит. Но вообще да, дружище. Следи за собой, будь осторожен. В самый ответственный момент мы, понятно, подтянемся. Но вы все равно без надобности не рискуйте. Что-то на этом курорте слишком беспокойно. Зверьё, бандиты эти местные. Пора и честь знать. Так что, ребята, поторопитесь. А ты, Артём, постарайся поаккуратнее там. Анна и так совсем расклеилась, а тут ещё о тебе волноваться. Ну, в общем, ты меня понимаешь. Ну что, давай, собирайся.
товарищ полковник. Выживших среди нападавших не обнаружено. Понял. Крест с Ермаком там поглядывают, не едут ли еще гости? Так точно. Хорошо, тогда помоги ребятам собирать лагерь. Скоро отправляемся. Есть!